Пап, выходи. Я знаю, что ты меня слышишь. Ну, я тогда скорую помощь хотел вызвать, но чтобы справку получить и вернуть деньги за самолет. Ну, тогда придется тебе возвращать эти деньги мне, как бы. Как хочешь, я хотел, чтобы ты меньше платил просто. В общем, я тогда пошел, все, пока. И побольше меня помощи-то не проси, хорошо? Тогда ты с Айкой сам тогда общайся и от нее зависть. Потому что я вижу тебя вот через окно, ты слышишь, но ко мне не подходишь. Ну, телефон тебя снял на камеру, так что видео есть. Все, всем пока. Вот, видишь, ваше лицо истинное какое. Все понятно. Вот так вот. Сначала просит меня деньги заплатить, купить билет. А потом отец сидит вот так лицемерно и делает вид, что он меня не видит. Даже типа не слышит. Короче, все ясно с ними. И с отцом ясно, и с ней. Деньги они моими никогда не вернут, ну и хрен с ними. Зато больше я уже с чистой совести не буду ничем этим людям помогать. Вот. И, как говорится, еще я дешево отделался. За 30 тысяч откупился от таких родственничков. На этом все. Всем пока. Паромная улица, 7, корпус 3. Здесь живут. Живут странные люди. Вот. На этом все. Вы все про них и так знаете. Который свою родину ни во что не ставит.